Так, и ставим. Все, пускай эльф нахлобучивает. Так, все, пускай он нажигает. Сейчас самое главное, что босс пойдет. Да, что-то быстро они все помирают так. О, да у нас уже 4 мортиры и все 5 уровня. Вообще зачищают, смотрите, боссов. Бэм-бэм-бэм, просто нету, прям пачками не падают. Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox, мой любимый Tower Battles. Играем вместе с моими друзьями и подписчиками. Так, быстренько давайте поставим ферму и апнем ее. Я взял классическую колоду, но взял без джипарей. Просто взял, короче, Зеда, Фазера основного, их будет бафать наш командир. И эльф, он будет такой, как бы дешевый для начала, и сплэш урон, как бы мелочевку будет убивать. Ну и конечно же фермы решил взять, а то я тут куча каток играл без ферм, надоело мне, фермы я выкидывал, теперь я фермы опять, теперь они в строю. Так, 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 что у нас? Есть куча ферм, короче, есть джипы, все понятно, они сначала нам задавят, и я сейчас поставлю эльфа, чтобы эльф, ну как бы вот эту мелочевку нам хорошо давил. Так, 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 и ставим, все, пускай эльф нахлобучивает. Так, в какой я команде? Капанда в команде синих. Играем против команды красных. Окей, мы синенькие. Так, 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 давайте глянем, что у них там происходит. А что у них тут происходит? У них есть тоже фермы, есть тоже джипы. Все, короче, по классике. И что-то, наверное, решили фармить они очень жестко, потому что они все пробегают. Сейчас дофармят, наверное. О, у них раз, два, три, четыре фермы, понятно. И все фермы еще япнуты. Они все поставили, короче, фермы. Все фермы, 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 и джип идет первого уровня. Ладно. Так, 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 так. Ладно, пока маленечко будем фармить. Так, я, короче, проапал свою ферму до 4 уровня. Надо сейчас 4000, чтобы она стала 5 уровня. Сейчас она приносит по 500, на 5 уровне она будет приносить 1500. И у нас 8 волна, идет наш первый босс. Ой, нифига себе идет, да он уже все, расплавился что-то быстро. Я думал командиру поставить им поддержку. Так, а у них как дела? Они тоже все нормуль. Джип 2 уровня уже. Босс тоже упал, просто единственное, что они позже его убили, потому что он дальше стоит, у них миниганчик. У нас здесь он стоит, поэтому он быстрее развалился. Так, ладно. А что мне сейчас надо накопить? Либо я накоплю на Зеда, посмотрим. 5000 это, конечно, дофигища. Либо накоплю на Фазера, посмотрим. А пока, наверное, я поставлю еще одну ферму. Мне сейчас надо 5 ферм 4 уровня. Потом я буду потихонечку их апать и уже покупать Зеда. Потому что Зеды очень дорогие. Ап Зеда на 5 уровень стоит 56 тысяч. Ну, это довольно-таки много. И без ферм, к сожалению, не накопить. Потому что уже волны закончатся. Уже обычно я когда играл, даже Зедом и без ферм, пытался его апнуть. В общем, в самом конце, на Войде, даже у меня, по-моему, было всего 2 Зеда апнутых. На 5 уровень, а остальные были 4 уровня. То есть тяжело без ферм. Фермы нужны обязательно. Так, ну чё, за 1000, кстати, не успел я апнуть, опять заболтался. Так, 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 за 1000 взяли мы 4 уровень фермы. И вот сейчас надо внимательно. Сейчас где-то на 17 волне пойдет уже босс 2 уровня. У него будет 1600 жизней. У этих-то у первого еще по 180, а немного. Сейчас глянем, что будут делать наши товарищи. Соклановцы. Если будет тут все нормуль, будем справляться, тогда я буду апать фермы. Если я увижу, что как бы будут у нас проблемки, конечно, тогда, наверное, воткну туда фазера. Сейчас пока даже фермы не буду апать. Сейчас глянем. Так, с боссами. Так, одного мы раскидали. И второго... Ну, сейчас тоже быстро раскидаем. Тем более у нас еще джип. Это мы там нормально раскидаем. Так, так, так. Вот хайдены пошли. А хайденов у нас только джипы, по-моему, видят. Нам нужно апнуть либо хотя бы миниганчиком. На второй. Нет, на третий уровень. На третьем уровне. Вот он второй. Либо первого, либо второго. Он пока их не видит. За 1100 ему надо очки купить. Так, 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 джипы, 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 6 штук раздавили, и в принципе, я думаю, они не дойдут, у нас выйдет еще
не парит. О, у нас еще и мортира появилась, это хорошо. Ладно, пускай они пока идут. Вот, кстати, сейчас еще надо посмотреть, из мистери кто повываливается. Вот боссы начали валиться. Главное, чтобы... Ой, мамочки, уж два босса оттуда идет. Так, 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 так. Ну, хотя бы, чтобы два было, а не три босса. То бывает и пять. Бывает, они как нарожают боссов. Все, двое. Все, ништяк, два босса, это хорошо. Ну-ка, сколько у соседей глянем. Я, наверное, сейчас могу уже апнуть этот... ферму. Да, все, ферму я апнул. Ну, максимальный, значит, пятый уровень. Так, а у них как дела? У них куча боссов, видите, идет. Уже три, я не знаю, сколько было в начале, но уже три босса. У нас всего два шло, нам повезло. Но эти мистери, бывают, их нарожают. И потом все становится довольно-таки печально. Так, у меня одна ферма есть пятого уровня уже. Сейчас нужно следить аккуратненько. Сейчас, кстати, на 17 волне пойдет босс. И, наверное, тогда уже... Давайте я поставлю... Мне надо к 17 волне успеть накопить 3200. Это что получается? О, нет. 2000, даже больше. 2400 еще нужно. Так, два босса идет и некромансер с 200. Да, 200. С 200 мы еще ничего не отняли. Вон целехенький идет. Нет, уже маленько покоцанный. Так, 4000, нет, пока не будем напать. Сейчас уже 14 волна, нам нужно накопить срочненько на фазера. Это мы сейчас раскатаемся. Вот меня больше всего смущает второй босс, который пойдет на 17 волне, у которого 1600 жизней. Так, у нас две мортиры уже, но мортиры на первом уровне мало снимают, они снимают по троечке. Но у них потом растет этот сплэш урон, и на пятом уровне они, по-моему, по полтиннику уже снимают. Причем хорошо, у них радиус взрыва очень большой. У нас то сплэш здесь урон и сплэш урон у эльфа. Этот стреляет по одной, сингл таргет. Ну и джип, конечно, всех давит. Но он пока еще без этого. Без C4, когда у него будет C4 примотано, когда он будет врезаться, он будет врезаться. И тоже будет сплэш урон наносить. Ну маленький всего. Пятерка, по-моему, что ли там будет. Так, 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 так. Ну что, ставим 3200. Так, 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 так. Вот сюдашки куда-то. Так, все, пускай он нажигает. Сейчас самое главное, что босс пойдет. И босса мы уже нормально нажмем. Так, а я, наверное, еще одну ферму поставлю. Ферму максимально апаем. И пока все оставляем, пускай пока нажигает. Все, маленько ускоримся. Так, в общем, я поставил 6 ферм и сразу же их всех проапал на 5 уровень. Все, теперь нормуль. С фермами покончено. Теперь мне задача проапать фазера. А, нет, кстати, давайте мы не проапаем фазера, давайте мы поставим командиром. Вот сюда, вот, вот так. Вот, наверное, да? Да, тоже его апнем, чтобы у них был радиус обзора и скорость перезарядки больше. И теперь хочу еще поставить здесь вот, наверное, вдоль этой стеночки поставим 4 штуки Зеда нашего. А потом уже будем апать фазера. Так, все, 13 тысяч, смотрите, 2 штуки ставим. Раз Зедик. Сейчас он вышел. Маленько проедет вот до сюда где-нибудь. Я поставлю второго, чтобы они не ехали один за одним. Так, 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 так. И вот теперь второго поставили. Все, чтобы был как бы промежуток между ними, чтобы они кучей не ехали. Все, два Зеда у нас поперли. Так, так, так. О, так у нас еще и рельса есть. Рельса — это хорошо, это прикольно. Так, все, командир апает. О, еще один командир, что ли? Нормуль. Два командира — это нормуль. Так, у меня 6 ферм там уже. У них тоже 3. Да, 3 штуки пока апнутые на 5 уровень. Так, два миниганщика стоит. Ой, да что-то у них, по-моему, послабее будет. Самое главное, чтобы они хотя бы до 34 волны дошли. Ой, еще у них... А, снайперец есть. Ладно, снайпер пускай стоит. Так, давайте поставим еще Зеда одного. Сейчас вот выехал первый, вот здесь. До сюда доедет, пойдет второй. Когда второй тоже до сюда доедет примерно, я поставлю третьего Зеда. И то же самое с четвертым потом.
Так, пошел второй. Где он там? Второй. А, вот же и два уже идут. Ёлы-палы. Так, вот он первый вышел. Это, или это не мой? А, кого? Все понятно, я уже запутался. Где-то чьи. Ладно. Вот же еще один зет есть. Все, ставим, чтобы они так равномерно выезжали. Раз, два, три, четыре, пять. И еще одного сейчас. Как бы между ними тут угадать-то. Ладно, все, вот так вот ставим, пускай едет. Все, у нас куча зедов. Так, куча зедов. И теперь я хотел проапать нашего фазера. Где он, фазер наш? Вот фазер. Фазера 4800 и 14600 пока не хватает. О, у нас маркира уже 5 уровня, что ли, да? Нет, еще не 5, 4. Маркира пока 4 уровня. Так, теперь, как обычно, я переживаю уже больше за соседей, чем за себя. Мне самое главное, чтобы соседи не слились. А им тут будет тяжело. У них пока я вижу только миниганчики. Но миниганчики как бы 34-ю волну фиг затащишь. Короче, после 33-й волны там начинается вообще жесткач. А, во, у них тоже есть Зет и тоже есть командир. Так скромненько тут стоит в уголке. Чтоб никто не уволок. Так, а я командира-то проапал? Я что-то не помню. Мне же надо было на второй уровень его апнуть. Да. Все правильно, он у меня апнутый. Вау, мамочки, 20 тысяч сразу же упало. Ну что, апаем фазером. Все, фазер 5 уровня. Так. Что, давайте посмотрим. Я думаю, может мне еще апнуть нашего эльфа. А потом думал, не, эльфа я не буду апать, потому что есть со сплэшем уроном хорошие эти мортиры. Поэтому будет это не проблема, сплэш урон. Тут рельса стоит. Ладно, пускай стоит нормуль. Так, знаете что, может для прикола проапать командира? Мне подписчики писали, проапай командира. Давайте, может, поприкалываемся. Проапаем. Не, ну сначала я хочу поставить, конечно, фазера еще одного. Давайте мы поставим его рядышком, чтобы нам уже точно себя уверенно чувствовать. А то мы еще накосячим. Так, не хватит нам на 5 уровень. Не хватает, не хватает. 7 тысяч не хватает еще. Ну-ка, что там у соседей, как дела? Ну, у них радует, что у них хоть куча ферм есть. Но вот одними миниганчиками будет очень тяжело. Хорошо, хоть Z есть. Ну, Z пока один, что ли? Да, вот один Z. Один командир и две фермы уже. 5 уровня и одна ферма 4. Нормально. Так. 18 тысяч, ну чё? Апаем зедом. 14600. Бенчик. Ой, какого зеда? Файзера. Зеда я пока не буду апать. Зеда очень дорого. Давайте проапаем командира. Для прикола. Бэм. Так, смотрите. Сейчас, чтобы они быстрее стреляли, нажимаем на пистолет. Хотя сейчас толку нету нажимать-то. Они сейчас все это убегут. Ну, хоть кто-нибудь-то выбегайте хотя бы вот до сюда, до серединки. Что-то слишком быстро мы их уничтожаем. Ну, в принципе, и соседи тоже быстро все уничтожают. Не, у них чуть-чуть успеют выходить. Ладно. Самое главное, чтобы баг не случился на 30-й волне. Это будет вообще просто мега обидно, если будет баг. Когда все зависнет. Чёртовы бабушки. Так, ну чё, за 7700 апает. И за 12 тысяч этот удар. Аэрстрайк. Удар с воздухом. Так, ну чё, давайте этих, может, приколимся за 500. Вызовем. Дринчик, где они поехали? О, БТРы поехали. 400 жизней. Ха-ха. Пускай едут. Ой, двойной Z. Вот про это я и говорил, что когда они в куче едут. А где БТР-то? Младший брат. Это, короче, мини-Z. Да это даже мини-танк. Танк-то, у танка 600 жизней, у этого всего 400. Ну ничего, ну что, 12 тысяч накопим быстренько. Аэрстрайк хочу вызывать. Так. Главное, чтобы только не зависло ничего. Глянем, что тут у соседей. Да что, у соседей тоже все в ажуре. Самое главное, снайпер стоит. Еще один. Точнее, лежит. И еще один.
Короче, у них тут везде снайперюги засели. Залегли. Так, 4 фермы уже. 5 уровня, командир и Зеда. Все, он тоже начал не ставить потихоньку Зеда. О, все, могу заказать удар с воздуха командиром. Так, ну что, давайте 1200 бомбанем куда-нибудь. Где они? Хочу, чтобы кто-то выбежал хоть что ли, хоть по боссу лупануть. Да, что-то быстро они все помирают так. Так, ладненько. Вот он такой прикольный командир тоже 5 уровня. Ха. Настоящий полковник. Просто настоящий полковник. Нажигают они хорошо. Ну, фазеры хорошо нажигают, они быстро очень разгоняются. Еще им помогают зеды. Так, а больше зедов ни у кого нету. А, вот еще 2 зеда. Мне же казалось, они внизу стояли. Че, он продал, что ли, зедов? Так невыгодно покупать, продавать. Так, ну что мы еще можем поставить? Зеда не можем поставить. Все, их 4 штуки ограничения. Командир у нас есть, остается только фазеров ставить. Ну да, давайте фазера поставим. Где-нибудь здесь уже рядышком. И максимально сколько сможем его проапаем. Не хватает 4000 еще. Сейчас быстро принесет волна. Так, нифига себе, уже пошли эти боссы здоровые. Так, я хотел аэрстрайк попробовать. Так. Мы вводим. И куда? А вот сюда. Вон, самолет летит. Бенч. Вот это бомба. Надо было, кстати, наверное, там маленько наперед ее кидать. Но все равно было прикольно. Все, 2 мортиры уже 5 уровня. Они сносят по полтиннику, по-моему. Сплэш уроном. Полтинник — это хорошо. Так, 14600. О, как раз хватает, смотрите. Бенчик. Все, 147 еще осталось, да, чем? Так, 31 волна, главное, чтобы не зависло. Как у соседей там дела? Это соседи, как дела у вас? Вот видите, я же говорю, что так себе. Командосы, они очень хорошие до 30 волны. После 30 уже тяжело с ними. Но вот такой, вот этим составом, говорит, 34 волну точно не будет не затащить. Будет очень тяжело на 34 волне. Сейчас 32, вот через 2 волны сейчас будет. Так, я даже ничего не проапал. Я хотел Зедика еще попробовать на 5 уровень. О, да у нас уже 4 мортиры и все 5 уровня. Вот это сплэш-урон, так сплэш-урон. Они, блин, четверть карты захватывают. Все, мы все зачистили, что ли? Ладно, я волнуюсь, как всегда, за соседей. Ну, 32 волна — это еще цветочки. Вот 33-я. Вот зачистить до конца 33-ю, и когда уже зачищаешь 33-ю, 34-я жесткая идет. Вот надо зачистить именно 34-ю волну, тогда будет уже все попроще. Потом уже легко дожить будет. Вот сейчас вот эта 33-я пошла жесткая, и после нее 34-я. Ой, мамочки, у меня денег-то. Деньги. Что мы поставим еще? Давайте вызовем поддержку. Вот этих отправим БТРом. А, еще вот этого. Увеличим скорость перезарядки очень-очень быстро. Видите, как быстро полетело все? А, ну вот этих-то, конечно, к сожалению, он не захватывает. Или захватывает? Ни одного он захватывает, смотрите. Да? Да, одного апает, успевает. Ладно, поставим еще одного фазера. Ой, мамочки, у меня уже максимум. Короче, я продаю эльфам. Эльфа продаем. Ставим фазера. Куда? А вот сюда. Рядышком с командиром. Апаем максимально его на 5 левел. И все, теперь буду продавать уже фермы. Сейчас они нам принесут денег побольше. А, кстати, может быть, чтобы не продавать, я лучше буду апать зеда. Точно, давайте вот я проапаю зеда. Раз. Всех будем потихонечку апать. 2, 3, 4 почти. Вот эти хорошо, хотя кидают они, то что в толпу. Сейчас хайдинг боссов в толпу, они хорошо замнут. О, быстро вообще. Вот она, 34-я волна.
пошла, как я говорил. Глянем, что там у соседей творится. Это что, пока нормуль все. Ага, вот это, как я говорю, сейчас доходит вот это вот, чувак. И пошла вообще искать. Вот 34-я волна жесткая. Вот таким составом, ну не знаю, сколько у них задов. Все, 4 штуки. Ну вот 4 задами еще можно, конечно, попробовать. Ну будет жестко. Так, ладно, что у нас тут творится? Ну здесь-то я более-менее спокойный. У нас еще и рельса есть, и файзеры есть. Еще и сплэш урон хороший очень. О, 4 маркиры стоит. Они вот тут сейчас вообще будут. Кучку он так долбит. Вообще зачищают, смотрите, боссов. Бэм-бэм-бэм, просто нету. Прям пачками они падают. Просто падают пачками. Не, маркира здесь, конечно, выводит очень сильно. Так, я хотел уже проапать еще зеда. Так, на 4000. На 4000. И здесь на 4000. Все, они у меня все... 3 уровня. 4 зада 3 уровня. Вот как я говорил, что 34-я волна будет жесткая. Ну что, затащат они? Нет. Два босса еще идут. На 34-й волне вообще многие помирают. Да, good game. Было весело, прикольно, мне понравилось. Фу! Но так мы и не дожили, конечно, до Войда. Хотелось бы и Войда глянуть, было бы прикольно. Но на него мы редко доходим. Все, друзья, это была офигенская катка, мне понравилось. Всем спасибо за компанию и спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в Роблоксе. Пока-пока.